Не так, как мы обещали. Перекус от Таси. Легенький перекус. Как-то интересно, смотрите. У дынь всю серединку. Смотри, сначала у всех дынь всю серединку съела. Съедает. А потом уже... А что у нас там? Яблоки, абрикосы, да, дыня. Да, у нас там яблоки, абрикосы, дыня, клубнички немножко. Клубника уже так отходит, я бы так сказала. Да, она уже такая мягонькая, там уже... Пока мы ее везли, конечно, она уже немного подмялась. Ну вот, как-то... Ты сначала одну доешь, потом по всем иди. Ася. Невозможно определиться, да, Ася? Да есть ту дыньку или новую начать. Вот кому надо весить микрофон, чтобы было слышно, как она чавкает. Бери яблочко. Вот, бери яблочко. Нет? Абрикосик, косточка. Давай не раскидывай все по вольеру. Начала ты.
Яблоко не хочет, не берет пока. Яблоко на последнюю очередь, видимо, оставила. Яблоки уже не интересны, да, Ась? Конечно, когда полчашки клубники. Ну, у нее там еще столько сока клубника дала, что это. Ей там и попить, и поесть. И дымку лапой сдержит. Чтобы никуда она не ускакала вдруг. С разных мест, главное, как будто есть разница. Как будто разная, ага. Вот тут, Ася, вот в этом углу бери. Там абрикосы, да, вот там, да. Вот абрикосик. Сейчас раз, косточку. Ты так долго ешь, Ася, вообще, у меня уже рука устала. Прямо долго. Наслаждается. Яблочко положила так в дым. Фруктовый бутерброд. Угу. Есть шаурма в лаваше, а есть яблоко в дыне. Ну все, ладно, не будем ее отвлекать, пусть ест, сидит. Вот так запачкалась.